Бүгін біз сіз білән, қайсы бір сөз тоғыры. Сөзлеріні тоғыры, тәләфіз қылып, фейлер білән келген гәпләріні көріп чықамыз. Как правильно произносить слова? Мы рассмотрим слова в примерах и научимся правильно произносить слова. В каком варианте мы говорим правильно? Давайте мы с вами это рассмотрим в примерах. Например, задать вопрос или спросить вопрос. Как надо правильно? Правильно надо говорить, задать вопрос, задать савол бермок, а спросить савол сураж. Можно задать вопрос савол берсам майлема или можно спросить мумкюмма сураса. Значит, правильно надо сказать, задать вопрос. Дальше. Купить покупку или сделать покупку? Как правильно надо сказать? Правильно надо говорить. Сделать покупку. Например, мы сделали покупку в магазине. Я хочу это купить. Купить – это значит харит кальмок. Харит клыш. А сделать покупку – бу тогры вариант болады. Значит, правильный вариант – сделать покупку. Дальше. Принимать решение. Или решать решение. Принимать – это значит «карор кабуль кылыш». А решать, например, я решаю задачу, я решаю проблему, мин масала ечекман, решать ечмок. А принимать уже решение бунда «карор кабуль кылыш». Например, мы принимаем решение по вашему вопросу. Без сизни саволингиз устыда «карор кабуль кыламыз». И так далее. Дальше. Работать или иметь работу. Как надо правильно говорить? Иметь работу – это будет вернее. Торороғы – иметь работу дейшлик – тоғры вариант болады. Иметь работу – ишем бор, работать – ишлямок. Например, вы имеете работу – сіздің ишингіз бор ма? Или у вас есть работа – сізді ишингіз бор ма? Значит, правильный вариант будет иметь работу. Дальше. Изучать болезнь или учить болезнь. Учить – окумок. Изучать – үргеніш. Значит, правильно айтышымыз керек, изучать болезнь – турырок болады. Например, мы изучаем вирусы. Біз вирусны үргенепміз. Или я учу детей танцам. Мен боларны танцы үргенепман. Значит, изучать болезнь будет правильный вариант. Дальше. Рассказать историю или говорить историю. Рассказать гапрмок, а говорить гапляшмок. Гапляшмок с кем-то, кем бландер. Гапляшмок кем бландер. Гапляшмок – погода хақыда, онам хақыда. А рассказать – гапырмок. Хочешь, я расскажу тебе интересную историю? Хохлейсам ма? Мен сенге қызықарлик. Воқи айты берама. Дальше. Сделать выбор. Выбрать – выбор. Выбрать – это танляш, а сделать выбор – это «карор кабул кылыш». Значит, правильно надо говорить «сделать выбор». Например, «я хочу выбрать платье». «Мин кюй лёхтэлэ мохчаман». «Вы уже сделали выбор». «Сыз уже карор кабул кылдис». Дальше. Смотреть в глаза или видеть в глаза. Видеть – кюрыш, карамок. А смотреть – кюзге карамок. «Смотри мне в глаза». Кюзімге қара. Ты видишь цель поездки? Сен кетішнің маносыны көріп сам ма? Деген манода. Значит, правильно надо говорить, смотреть в глаза. Дальше. Снимать жилье или нанимать жилье. Правильно надо говорить, снимать жилье. Снимать – это ольмок, үй ольмок. А нанимать – бу йолламок. Демек, туры гапрашымыз, снимать жилье туры болады. Я хочу снять дом и нанять рабочих на отделку крыши. Мен үй сотвы мохчыман, хамда
Ишчиларны йолламокчиман отделкой учун. Дальше. Звонить в гости или звать в гости? Звать чакармок, а звонить телефон оркали чакармок. Значит, звать в гости – это будет правильно, правильный вариант. Например, звать в гости, приглашать в гости. Я зову тебя в гости, а звонить по телефону или звонить в дверь. Деген манода, яни ишке конгрох чолмок манасада. Дальше. Взять ответственность или дать ответственность. Взять мачбурят ольмок. Взять ольмок. Бермок мачбурят. Нет, тугророга правильный вариант будет взять ответственность. Например, кто возьмет ответственность за это? Ким озыге мачбурят на олада? Я возьму ответственность на себя. Мен озымге мачбурят на оламан. Агар, бүгінгі дарсларымыз ішіде сізге түшінмастан қолген сөзлер болса, албатта коментарийді езіп қолдырын. Хамда сіз яна бізнің дарсымызны қандай түрді көрішіні хоқлардыңгіз. Албатта тәкліфлеріңізні езіп қолдырын. Тәкліфлеріңізні инобатке олып, видео дарслар тайорлашке харакет қыламыз.